красною кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась. Так написала о дне своего рождения Марина Цветаева, одна из самых ярких звезд русской поэзии. Наталья Власова с 18 лет увлечена творчеством поэтессы. Это человек, выходящий за рамки. Это всегда порыв, страсть, ярость, стихия. Вот как раз слово «стихия» и «стихия» в ее творчестве полностью совпадает. Она никогда не входила ни в какие элит-объединения. Она совершенно индивидуальна. За чашечкой чая в уютной дружеской обстановке участники кружка познакомились с творчеством и интересными фактами из жизни Марины Цветаевой. Каждое ее слово как будто является главным в ее стихотворении. Вот какое слово ни возьми. И всегда она неординарна. Это трагическая личность, потому что в ней сочетались две страсти. Одна страсть к свободе, к независимости. Другая страсть – быть любимой и любить. Постоянная участница литературных встреч Татьяна Крыкова с детства пишет стихи и считает символичным, что родилась в один день с Мариной Цветаевой. Я всю жизнь пишу стихи. Я начала говорить сразу в стихах. Мне бабушка даже говорила: «Слушай, говори по-человечески, не позорь меня». Вот. И как-то, ну, стихи Марины Цветаевой, учитывая, что мы вместе практически родились в один день, для меня они не то что даже знаковые, они просто стихи моего детства, стихи моей юности, стихи моей жизни. То есть я воспринимаю ее легко. Это уже пятое по счету занятие литературного кружка в рамках программы «Активное долголетие». Также были встречи, посвященные творчеству Пушкина, Есенина, поэтам Великой Отечественной войны. Всех любителей хороших стихов и литературы в целом я приглашаю на заседание нашего замечательного поэтического клуба. У нас интересно, приходите. Заседания клуба любителей поэзии проходят каждую вторую субботу месяца во Дворце культуры города Видное. Присоединиться к участникам кружка может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.